Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Анастасию Заворотнюк предостерегли. Колесо разрушений не остановилось. Известная актриса, у которой подозревают онкологию, пообещала откровенно рассказать о своей болезни в начале сентября. Ее концертный директор Стас Христов ведет об этом переговоры с одним из ведущих федеральных каналов России. Однако многим хотелось бы поскорее узнать, как на самом деле обстоят дела со здоровьем у артистки. На этот вопрос дали ответ эксперты. Таролог и ясновидящая Марина Абравитова рассказала, в момент съемок сериала «Моя прекрасная няня» у каждого из артистов в жизни был собственный жизненный период. И если кто-то делал какие-то неправильные вещи с точки зрения морали и нравственности, вся негативная энергия центрировалась. В итоге судьба каждого из участников съемок скорректировалась, причем не в лучшую сторону. У кого-то из команды включилась программа болезни и появились заболевания, которые могли бы годами спать в организме, а то и вовсе не появились бы. У кого-то включилась программа уничтожения, совсем скоро может уйти из жизни артист или член съемочной группы. Все будет развиваться по цепочке. Шаманка Кажета Ахмеджанова, так же как и Абравитова, уверена, что ничего с человеком не происходит просто так. Как бы страшно это ни звучало, ко многим вернулся бумеранг. В сериале было сконцентрировано огромное количество энергии, которая не смогла ужиться в одном пространстве и получила отрицательный заряд. По словам шаманки, актриса действительно больна. Кажета Ахмеджанова объяснила, сейчас у знаменитой няни наблюдаются ранние симптомы заболевания. Скорее всего, идет поражение лимфатической системы. Но не могу сказать, что это как-то связано со злокачественной опухолью. Ее заболевание связано с негативом, обрушившимся на нее после выхода сериала и сообщениями о романе с Сергеем Жигуновым. Скорой смерти я не вижу. Вероятно, она уедет за границу на лечение, которое пройдет успешно. Но, увы, на ней цепочка заболеваний и смертей не остановится. Кого-то из участников съемочного процесса ждут тяжелые жизненные ситуации и горе. Сказать, кто будет следующим, я не могу. Но это колесо разрушений не остановилось. А как вы относитесь к таким предсказаниям? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!